Ту-ту-ту. Тут где-то винтовая лесенка. Да. А там царь ловушка. Ой, как страшно, чуть не упал, да? Лохи. Пытался тут видео закрыть, когда снимал первый раз. Не получилось. Она не застревает, она поднимается просто. Жалко. Всем привет, с вами Ворм, и это игра под названием The Elder Scrolls 5 Skyrim, которую мы продолжаем проходить, и остановились мы на том, что я, сука, опять записал серию и забыл поставить звук, и я ее опять снова перезаписываю, просрал 3 часа, 3, как бы, часть от 10 минут, полчаса, короче, потерял, как обычно, сука. Поэтому я перезаписываю, я уже успел пройти вот эту пещеру, короче, ловушки с огнем идут у нас, а мы идем к рогу Юргена, который нам нужно забрать. И тут сейчас пауканы полезут, короче, такие сверху. Я только пробегу и пошли они в жопу, потому что, сука, бесит меня. Вот, ну, опять просто забыл поставить захватчики запись звука. Гори, сука, гори. В общем, из-за чего сложилась такая проблема? Все из-за того, что я просто немножко опять микрофон апнул. Вы вряд ли это заметите, но у меня теперь меньше времени уходит на... Ой, блядь! Забыл про тебя, сука. Я забыл про этого пука. В общем, звуковую плату приобрел на микрофона дополнительную. И теперь мне проще все обрезать, получается, монтировать. И меньше времени уходит на запись моих и ваших любимых видосиков. Как-то так. Вот, но не подрубил, короче, в захватчике видео, и поэтому записываю серию заново. Тут в итоге что? Да, сука, горячо. Да, есть такое. Не попал. Блять, Лидия, танкуй, пожалуйста. Лидия, блять, пожалуйста, прошу тебя. Не горя танк, бляха, он... Да, сука! Вот, да, как обычно. Я вот проходил, все было нормально. Мы его убили прям с первого раза без каких-либо проблем. Все было хорошо и замечательно. Куча рофлов в их моментах всяких было. Все прям отлично, и на тебе нафиг, не могу пройти теперь первую же локацию, сука, в самом начале. В самом начале записи этого видосика я не могу пройти этого долбанного паучка. Ха! Да хули вы тут плюете, свою хуйню? О, блядь, а что он уже упал-то? А давай мы так сделаем. Просто бежим назад. Короче, на себя лечение наложим. Они пусть горят, бегают. Во, вот и все. Пусть стоит и горит, тупой придурок. Ну, форт на тебя гореть-то, петух. Вот это ща бабошка была, прям вообще опасная. Лидия, выйди из огня. Ой, ёпта. Так, окей. А мы продолжаем идти к нашему рогу Юргена. И тут сейчас Херакс, спойлер для вас, его сперли. Вот так вот, да, вот такой вот я нехороший человек, и сразу же все проспойлерил. Всю основную суть этого видоса. Вся суть в том, что рог Юргена, который мы сейчас ищем все это время, его, сука, сперли. Сезам, откройся, Диндон, давай. Сейчас такие колонны, что смотри, поднимутся такие. Ох, воу. А я не первый раз это вижу, я это уже видел. Потому что я это перезаписываю. А до этого, когда я записывал первый раз, я говорил, что я это вижу тоже в первый раз. Но теперь я же врать не буду, я же это вижу не в первый раз. Мне же приходится перезаписывать, сука, гребаный видос. Короче, рог спер, он должен был лежать здесь лежит записка. Давакин, нам нужно поговорить, срочно отправляйся в таверну спящий великан в Ривервуде, сними комнату на чердаке, я встречу тебя там, друг. Окей, какой-то мудак у нас спер наш рог, не знаю, зачем он это сделал, почему, для чего и из-за чего. Возможно, он лох, возможно, он долбоеб, возможно, он просто конченый человек, но об этом мы узнаем только в следующей или через следующую серию, потому что сегодня я не пойду туда, куда вам просят. Сегодня мы пойдем, короче, сначала здесь полутаем всю эту херню, всю труху-требуху. Теперь, конечно же, урны все почти... Да, ну, конечно, да, до этого были все урны полные, теперь, блядь, половина пустые, сука. Монетки почему-то наш друг не забрал, видимо, он либо очень культурный, либо просто он их не любит. Но наш Давакин этих любит,
эти монетки. Поэтому он разворовывает всякие урны с прахом только так. Ну, хули разбойник. И здесь у нас, во-первых, две мерзкие сапоги, которые я классно оценил, что они очень тяжелые, но при этом стильно, модно, молодежно выглядят. Типа уги такие, только железные, металлические, две мерзкие. Вот, и здесь нам требуется только то, что я подобрал. И все. Пистоны слишком тяжелые. Сразу на спринте я буду бегать, потому что, блин, я тоже все проходил, мне это неинтересно рассказывать. Комментариев и моментов таких же смешных и забавных уже может не случиться, поэтому просто пробегаем. Может быть, в два раза быстрее добегу до места, на котором я остановился в той серии, которую как бы записал, но без звука. Озвучивать мне я не хочу, потому что мне это не понравилось. Это было не так весело, как... Ну, в Fallout был такой момент у меня один раз. Одна из предыдущих серий, 10-я, по-моему, или 9-я, какая-то такая, короче, серия. Там тоже была проблема с захватом звука, и пришлось переозвучивать уже во время монтажа самого. Но это нихера не весело, это тупо пустая трата времени, мне не доставляет никакого удовольствия, поэтому я лучше буду перепроходить такие моменты. В Fallout была проблема просто в том, что там слетел сейв, поэтому... Ну, был опыт только из-за этого. Так, ладно, ребята... Вам всем до свидания. Всем вам трупы, которые себе бошки разбивают. Об бочки, лестницы, обо все остальное, обо все, что твердое, дебилы. А я пошел отсюда наверх, наружу. На выход, то бишь. Силовая атака пробивает блок противника, при этом атакующий не теряет равновесие. Классно. Так, окей. Вот мы, собственно, вышли из этой херни, Устингрев, который называется, и пойдем теперь вот в ту, по-моему, сторону. Нихера не в ту. Дали нахер маркер. Мы пойдем, вот, во-первых, нам по квесту нужно вот сюда вот в Рирвуд, там, где Ралов у нас живет, наш любимчик, встретиться с тем, кто забрал рог. Я буду очень сильно угорать, это, если это сделал он. Это был бы забавный такой, вот это поворот, который. Но я думаю, что мы пойдем вот сюда, в Фолгунтур. Потому что я хочу вот пройти его. Тогда я тоже приходил, там, в принципе, вроде там с первого раза его пройти нельзя. Надо там прийти, продлить квест, потом прийти в другие места, что-то там найти, вставить и хз, короче, как это все сделать, но. Думаю, ёпта, блядь, забыл, что здесь глубоко. Как-нибудь разберемся, проверим. Пока бежим, как бежится. О, кстати, домики. Я увидел в прошлый раз. Но не заходил, давайте заглянем тогда. Разнообразим мне геймплей, так сказать. И сюжет, и игровой процесс. Заброшенная хижина, тук-тук, кто-то... Ёпта, блядь. Что-то у вас тут совсем пиздец, да? Лидия! Лидия, пойдем картошку копать. Кинула меня, сучка. Нужен ключ. Возможно, какая-нибудь квестовая херня. Странно, что нужно... Да ёпта, блядь, ты что, дурная, что ли? Регулируй скорость своего передвижения, сучка. Пугает меня, да. Так. Когда я записывал в прошлый раз, тоже была такая же ситуация. Выпрыгнул из-за угла олень. Оленя догнал и убил. А Лидию убить не могу, мне ее жалко. Поэтому пусть бегает дальше за нами. Буль-буль-буль, не буду я тонуть. Короче, скорее всего, хижина квест. Рыба-убийца, чё? Кто такая? Ты, что ли? Что это за хуйня такая? Ты дурная, что ли, дура? Ой, блядь, еще что? Да нахер иди. Чешуя рыба-убийца. Давайте возьмем, сожрем. Сожрем. Так. Что у нас тут есть далее? Кроме того, что ничего нету, и мы тупо бежим, короче, к склепу. Прям вот рифмы начал рифмовать. Вот такой вот, сука, я, блядь. Ну, не я, блядь, а типа, блядь, как... Ругательное слово. Типа, я такой вот, ёпта. Вот. А, тут это тролль. Точняк. Тут есть тролль. Это не тролль. И даже не похож. Но где-то он был, короче, олень пиздил в прошлый раз. Сейчас не пиздит. А, где? Вот, ну туда-туда. Ай, блядь, застрял. Текстурки, помогите. Вот, в общем, склеп. Фолгунтур. Подземельница. Здесь у нас лежит дневник Дайнаса Валена. Здесь он пишет о том, что он, короче, нашел костяной коготь в каком-то месте, который он спер и забрал, и потом собрал какую-то экспедицию с кучей отсосков
для того, чтобы прибыть сюда и вскрыть какой-то склеп, найти старое сокровище или что-то типа того. Ну, как это обычно бывает. Насобирал кучу искать... Да, это одна из старых руин. Насобирал кучу, короче, всяких искателей приключений к себе в команду и пришел сюда. Но тут внутри небольшая проблемка возникает. И это не драуги. И не головоломки. Головоломки здесь простейшие. Собственно, так, во-первых, тут вот такая штучка есть. Мы сейчас просто передвинем сюда ножку. Чик-пык, все, теперь ловушка больше не активируется вообще никак. Ну, только если я уберу тело, еще раз нажму на кнопку. Так. Теперь, проблема у нас вот в чем. Раз, замочная скважина для когтя. Два, замочная скважина для когтя. Это, скорее всего, открывает вот эту потайную дверь. Что открывает вот это? Я хер его знает, потому что тут вроде больше ничего нет. Здесь также есть головоломка со змеями этими. Я думаю, она неверная, потому что... А, кирка на столе есть, точно, кирка. Заберу. Хочу кирку. А лопату лиди, лопата. Лиди, иди копай картошку. Так, вот тут, скорее всего, неправильно, мне так кажется. Они не должны быть симметричны или должны быть? Все, до меня сейчас дошло. Они прошли внутрь, вот в чем дело. Они взяли уже, вставили коготь, решили головоломку и прошли туда внутрь, а потом побивали друг друга, либо с драугами дрались, короче, срались. Вот, все. Тут, наоборот, решенная головоломка. Ну ладно, не зря перепрохожу, уже что-то приосмыслил, получается. Что это? Это лопата. А, Лидия, смотри, она уже притащила, выкопала нам тут всякого добра. Помидоров там, сыр. Тихо, стоп, тут какая-то херня. Сейчас мы эту херню за это заюзаем. А, это херня у нас с бесконечным бензином. Да ёпта, Лидия, сучка. Дай лопату. Лидия, сука, лопату не отдает. Во, все, ушла с лопаты, да? Я ее забил. Заберу. Да ёпта, блядь, не пинай лопату, сучка. Клади. Во. Идет огонь, полыхает пламя, но нам оно не критично и не страшно. Мы пройдем и так. Но там есть драуг, поэтому я... А, у меня нет уже стрел еще. Ты ебанулась? Эй, будь осторожнее. Себе это скажи, блядь. Вот дает вообще, да? Видал? Вот сучка. Так, а, тут сейчас куча драугов полезет, но у нас теперь есть что? У нас есть стрелы. Поэтому сейчас пойдут ваншоты. Закрываются двери. Лидия застряла у нас в текстуре. Так, это, по-моему, опасный. Да. Это беспокойный. Морозь меня, мороз, мороз, сука. Хотя мана кончится, нет? Иди сюда. А, тут же ловушки еще есть, точно, точно, точно. Капсус, сука. Дох. Слябак. Так, где там трупы разлетелись? Искатель приключений еще один. Остальное этот... Окуни тьма, кстати говоря, здесь что-то повысит. Да, смотри-ка. Одноручное оружие даже повысило, это вообще неплохо. Еще один драуг. Тут вот таким штукам не бейте никогда одноручным оружием, когда вы стоите в бензине, потому что оно упадет прямо на вас, и вы загоритесь. Я проверял. А, заходи, заходи. Так, давайте пойдем теперь. Ну, тут где-то винтовая лесенка. Да. А там, смотри, ловушка. Ой, как страшно, чуть не упал, да? Лохи. Пытался тут Лидию закрыть, когда снимал первый раз. Не получилось. Она не застревает, она поднимается просто. Жалко. Так. И, собственно, почти дошел до того момента, где я остановился в прошлый раз. Ну, как в прошлый раз, в этот раз. Который не записан звук. Вот этот мудак, чей мы читали этот дневник. Ну, это второй дневник и коготь, собственно. Читаем записки его.
где он пишет, что, короче, какая-то херня разбросана по всему свету, хер что поймешь, короче, ничего не понятно, надо что-то искать, идти в какое-то другое место. И теперь найти часть амулета Галдура в Фалангурте, найти часть амулета Галдура в зале Гермунда. И часть амулета мы нашли в зале Гермунда. Но в Саартале мы еще не нашли. И хер пойми, короче, теперь куда идти, я знаю только то, что мы можем активировать эту скважину теперь. Пройти куда-то вперед. Тут, кстати, да, два гопаря стоят, точно помню. Чик-пык. Второй тупенький оказался. И пойдем теперь сюда внутрь. Тут опять у нас ловушка есть. Ловушку мы сейчас обойдем. Без проблем. Берем какой-нибудь топорик. Чик-пык. Все, ловушка нас больше не беспокоит. Стрел опять до хера насобрал. Классно, классно. Так. Микстурка, ловушка. Попади. Ну, конечно, не сохранился порядок этой ловушки такой, какой был в прошлый раз. Сука. Ну, сейчас я вскрыл быстрее, чем в прошлый раз. Это уже хорошо. Но награда здесь говно. Level up за вскрытие, супер. Еще где-то тут видел, правда, была эта броня двумерская. Может быть, она в этом сундуке у меня была в прошлый раз, а может быть и нет. Опа, пидор, смотри, опять прячется. Я тебя помню. И тебя, сука, тоже помню. И тебя вот я тоже помню. Пидорас, а? Думаю, ты их не замечу. Сука. У вас двакин с сохранением. Какого хера вообще? Вы о себе возомнили. Так. Потом здесь очень сложная головоломка. А, по-моему, так. 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 Блять, это опусти. Блять, с первого раза решил, сука, когда записывал первый раз. Во. Еще такое извление пустил, типа, какая сложная головоломка, там вся херня, но она такая, она, видимо, случайно решил. Итак, вот здесь я остановился на этом моменте в прошлый раз. Поэтому теперь мы опять играем с нуля, грубо говоря. Я дальше не знаю, что будет происходить. Хера тут молоточек. А, это двемерский храм. Сейчас нас будут двемерцы пиздить. До свидания, чувак. Не, я тебя заберу. Я вообще твою экспу. Но не получилось. Че, погнали тогда, Лидия? Вниз. Я... Деревянная дверь. Так. Мне кажется, я слышу слово «сила». Во-первых, я вижу двух мудаков. Скорее всего, беспокойных или типа того. Необычно. Сидос. Тут винтовая лестница вниз. Куда хз? Ну, потому что все, это уже я уже чистый импровайз у меня пошел. Все, я дальше не проходил. А, ага. День. Ага, я понял. Хуякс. Хуякс. Прикольно. А. Зомби Сити, да? Блять, два беспокойных, что ли? Красава, Лидия. Не без моей помощи, конечно, но все равно красава. Радуйся, я тебя похвалил. Скажи, уи! Кто там шлепает? Хуй знает. Так, чё тут? Змея, дельфин, птичка, да? Змея, дельфин, птичка. И все, по идее. Змея, дельфин, птичка. Куда вносить? Куда вбивать? Что крутить? Змея, дельфин, птичка. Где я, блядь? Змея, дельфин, птичка. А, здесь, наверное. Я понял. О, это смотри. Я понял. Там посмотрел, тут ввел, типа, да? Призрак? Это ты что, призрак? Что-то ты непрозрачный, нихера.
Но он жирноват. Это я признаю. В черепушечку, прям в темечко, видал, прям в тимашучечку. Лидия, дай пройду. Лидия, дай пройду, пожалуйста, спасибо. А чё там было? Змея, дельфин, птичка? Вроде да. Ловушка. Какая ловушка? Нихуя себе. Давай-ка ты там полежишь, короче, чувак. Ну, чувак. Блять, хули ты застрял, ты, ебать? Иди лежи на кнопке. Все, красава. А, это от камня отлетело даже. Нихера себе. Так, змея. А, вот так вот, да? Вот так, смотри. Змея. Дельфин, птичка. Типа это. А, тебе колесо дернуть надо, да? А хули нет? Погоди. Змея, дельфин, птичка, правильно? Может так вот, змея, дельфин, птичка. Хуясь. Антисимметрия какая-то. Что ж, винтовой спуск вниз. Ёб твою мать. Вот тебе его. Сказал я сам себе. Что ж, давайте, ладно, на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Будем дальше изучать эти пещеры, которые тут либо сейчас по ним потряслись, либо я мышкой сильно дернул. Не знаю. Вот, продолжим, короче, следующей серии. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.